Фестиваль «Стереолито» объявил лайнапы. Фестиваль «Стереолито» объявил новую волну артистов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию ленты.ру. К уже объявленным артистам присоединяются русско-цыганский уличный народный алкохардкор The Hatters, культовые Teenagers, эпатажные петербуржцы Junkers Tau Writers, нежные и сентиментальные, обе-две, а также русские The Knife, группа Cobra, говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что на фестивале выступят Франц Фердернанд, Милки Чинс, Сигретс Эфтерсекс, Брейнстаурм, ЛСП, Коста Пошлая Мали, Скуэрпушер, Наадя, Гречка, Кирпичи, HMLTD, Дайте Танк, Электрофорис и многие другие. Стереолито пройдет 10-11 июня в Санкт-Петербурге. Перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.